Всем привет! Обзор покупок. Итак, взяла еще по акции вот такую маковую начинку. Она одна упаковка оставалась. Не знаю, забрал ее, потому как нам понравился очень рулет с маком. Вообще вкусно получается из этой начинки, так что советую. 30 гривен она стоила. Дальше. Подсолнечное масло. Разумный выбор. 0,85 литров. Подсолнечное масло стоило такое, так, по чеку 39,20. Дальше. Сахар. Разумный выбор. 1 килограмм. Сахар стоил 24,40. Вот такие колбаски взяли сейчас по акции. Альпийские для гриля. Мясна весна. Вот такие. Я думаю, будут вкусные. Для запекания, для жарки, для барбекю. Так, такие сосиски, колбаски обошлись. Так, обошлись по чеку. Нет, это не оно. 54,50 они обошлись. Так, дальше. Два банана. Бананы у нас стоят 10 гривен за две штуки. А за килограмм 29,95. Дальше. Вот такое сгущенное молоко с какао. Ичня фирмы. Такая сгущенка обошлась. Так. Не найду. А, вот. 26,60 за 300 грамм. Дальше. Масло вот такое. Малиндам. 63% жирности. Там еще есть 72 вроде бы и 80%. 3, ну точно не скажу, 200 грамм вот такое, ну короче там 3 вида такого масла. Так, масло обошлось 28,30, именно столько процентов. Дальше, сода, разумный выбор, харчева. Сода стоила 11,40 за 500 грамм. Дальше, ванильный сахар, Мрия. Ванильный сахар стоил 90 копеек. Дальше булочки вот такие. Балтийские, киев-хлеб, темные 4 штуки. Булочки стоили 11,50. Так, вот такая приправа до курицы. 25 грамм, своя линия. Приправа стоила... Так... 5,50. Так, два сырочка вот таких детских, славяночка. Обошлись сырочки. Так. А вот сырок. Славяночка. 23,20 за 2, 1,11,60. Вот такой зефир. Штучки-штучки, жевательный, своя линия. Такой зефир обошелся 18,90. Дальше второй еще пакетик. Яйца десяток коричневые. Яйца 30,50. Так, вот такие сливки Лосята. Обошлись они. Так, сливки. Вершки 11,90. Дальше вот такой батончик Бис Конти Брауни фирмы Конти. Батончик стоил 10,60. Далее колбаса вот такая золотистая. Мясная лавка. Стоила такая колбаса 22,80. Потом королевский смак, майонез 67%. Майонез стоил... Так... 13,90. Сметана, не сметана.
разумный выбор. Стоила она 12,40. Сыр, разумный выбор, русский, стоил 25,60. Дальше колбаса куриная. Вот такая, колбасный ряд, 300 грамм. Стоила такая колбаса. Так. 20,80 за 300 грамм, да. Еще один батончик брауни. Так. Хрен украинский, верес. Стоил такой хрен. Так. 7,80. Что тут у нас еще? А, вот такой вот гель для душа Дав. Детокс. Да. Не фокусируется. С зеленой глиной. Вот такой. Стоил такой гель для душа. Так. Крем-гель для душа. 250 мл. 25,90. Все, это был весь обзор. Такая закупочка. Кому понравилось видео, ставим лайки. Подписывайтесь на канал мой обязательно. И пишите свои комментарии. Всем пока!